Сталося днями, працювала 122 САУ. Як бачите, пошкодження не маленькі. В гаражі стояла автівка. Зараз від неї майже нічого не залишилось. Брухт. Те, що це заборонена зброя, то безумовно. Добре чути нам, як працюють таким же забороненим. Такою ж зброєю по сусідах, по Оріховому. Важке таке працює не кожного дня, але досить часто. Не залежить від часу. Буває зранку, буває вночі, буває ввечері. Автомобиль, о котором рассказывает военнослужащий, стоял в гараже одного из домов «Золотого 4». Гараж боевики разбили запрещенным минскими договоренностями оружием. Окрестности «Золотого 4» и Катериновки, там, где войска не отвели, постоянно под прицелом боевиков. Где мы перебываем, працює стрелецка зброя, крупнокалиберна в том числе, 120 и вище. Вот, и все эти домовленості про заборону її використати з тою стороною не виконується. На действия противника украинские военные отвечают крайне редко. Говорят больше, наблюдают и показывают нам, из чего хорошо видно, чем занимаются боевики в своих окопах. Непогана річ, називається трубка розвідника, яка дозволяє спостерігати за противником і за обстановкою, не виходячи з укриття, тобто зберігає життя, здоров'я. В то же время на контрольно-пропускном пункте «Золотое» тишина, которая длится уже более 2 месяцев. Военнослужащий Олег предполагает, что боевики не открывают огонь только потому, что Кремль запрещает. Ну, начиная, наверное, с Нового года у нас по левому флангу, вот «Золотом 4», начались постоянные обстрелы. У нас там, к сожалению, раненые были. Вот. На моем участке обстрелов нет. Ну, во-первых, да, это зона разведения. Во-вторых, мы же находимся под постоянным вниманием пресса, постоянное внимание международной делегации, которые здесь приезжают. Кроме того, что сейчас постоянно у нас и патруль ОБСЕ присутствует. Поэтому в дневное время они не стреляют, но думаю, что в вечернее тоже, исключительно из политических соображений, тоже нас. Дома Олега ждут жена и 2 дочери. Он пошел на фронт в 2014 году, после того, как российские наемники из Бука сбили Боинг MH17. Дома, когда, вот, как говорит наша диванная Соня, вот пришли бы в мою область, уже было бы уже нечего решать. То есть надо останавливать было это изначально, я собрался и пошел. Мне как-то комфортнее чувствовать, что моя семья будет за моей спиной. Нам надо вернуть свою целостность, восстановить. Это раз. А во-вторых, победа должна произойти не только на территориях, победа должна произойти в головах граждан. Мы должны наконец-то понять, что это наша страна. На протяжении 6 лет боевики применяют различные тактики для того, чтобы захватить новые украинские территории. Очередная уловка – беспилотники, рассказывают военные. Засобами розвідки те, що противник використовує свої безпілотні літальні апарати, прикриваючись діями ОБСЄ. Так, саме під час прильотів безпілотників ОБСЄ ворог на різних відстанях від і висотах застосовує свої безпілотні літальні апарати, чим порушує міжнародні підписані мінські домовленості. В это время улицы Катериновки и Золотого 4 остаются пустыми. Жители выходят из домов крайне редко.